Приветствую всех зрителей. По вертолету Ми-24П в 20-х числах июля вышел очередной патч, где произошли некоторые изменения и дополнения. И о наиболее важных давайте сейчас быстренько расскажу. Первое, с чего хочется начать, это с управления. Разработчики разделили у нас теперь управление. И у нас есть тут Ми-24П летчик, Ми-24П летчик оператор. Также есть меню Петрович, наконец-то можно назначить команды Петровича на ваш хот-тас. Ну и есть прибор наведения. Правда, пока что, как видите, в нем пусто, только есть осевые команды. То есть на приборе наведения можно назначить только их. Почему разработчики так не сделали с самого начала, непонятно. Теперь все назначение переназначать заново, и разработчики советуют это сделать, полностью удалить все файлы конфигурации и все назначить заново. Вообще, честно говоря, вот с этими настройками клавиш управления в DCS, конечно, бардак сплошной, потому что разработчики, там модуль уже может даже год или два быть в релизе, после этого они возьмут и что-то поменяют, называется, еще потом пойми, где чего заменили. В общем, первое — это управление. Второе, сделали дополнение к меню Петрович. Если вы выведете меню Петрович, то нажатием коротко влево или клавиша А вы выводите здесь наш прибор по настройке ловушек. Соответственно, коротко вверх или В меняет интервал. Здесь, кстати, видите, в правом верхнем углу дублируется текстовым. Коротко вниз или S меняется сторона. Левая, правая или обе переключает. Коротко вправо или D меняет интервал 4 или 16. И долго S или вниз меняет тип или диполи, или, соответственно, ловушки. Видите, нет здесь 1, 2, 3, как было, а именно можно поменять между диполями или ловушками, что, в принципе, более информативно. Ну а если перейти в кабину оператора, здесь все осталось так же. Выбор между есть 1, 2 и 3. Ну, тут панель не изменилась. Это что касается только пилота. Ну и также, если говорить про визуальную модель, вот к вертолету, видите, прикрутили экранирующее устройство или ЭБУ. И давайте сейчас зайдем в редактор миссии. Я покажу, где они, как их прицепить, если вы хотите реализацию. Не знаю, правда, как-то оно влияет ли на сигнатуру нашего вертолета, становится ли он от этого менее заметно, это, наверное, знают только разработчики, но, по крайней мере, визуально данные штуки можно прицепить. Ну и для того, чтобы подцепить ЭВУ, видите, сейчас их нет, заходите вот в последнее меню при выбранном LA, где настраивается ресурс двигателя и так далее. И здесь есть галочка ЭВУ. Соответственно, видите, наше экранирующее устройство, вот оно на вертолете прицеплено. Так что вот это все вкратце пока наиболее важные изменения по модулю, ну или точнее дополнения. Ну а по мере того, что если будут еще выходить какие-то существенные моменты по этому вертолету, то также буду делать по этому видео.